Молдова президент и сроком на 7 лет референдум в Азербайджане признали состоявшимся. В Конституцию внесут сразу несколько изменений. Так, за увеличение срока полномочий президента с 5 до 7 лет проголосовал 91% избирателей. Столько же отдали свои голоса за то, чтобы из основного закона страны исчез возрастной ценз. Не моложе 35 лет. Теперь это не работает. А еще в стране, скорее всего, появится вице-президент. Как-никак за это проголосовали 88% избирателей. Также, согласно поправкам, глава государства сможет объявлять о проведении внеочередных выборов президента и распускать парламент.